Ванька, Саша, приготовились. Слушай внимательно. Внимательно, давайте, надо победить сейчас, настройтесь. Саня, Саня. Конечно. Он выпил, он салка, ему помочь. У кого выпил мяч, ему сразу помогает. Готовы? Побежали. Убегай! Убегай! Без рук, без рук, Лев. Выбивай. Выбивай мяч. Нет. Опа! Не вывел, не Саня. Убегайте от него. Сергей Витальевич, он упадет. Сергей Витальевич, берите манишку тогда. Бери манишку, убегай! Давай, Шек, убегай! Убегай! Опа. Да, 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 убегай! Бери манишку! Молодец! Выбей! Хорош. Последний остался! Все, Захар! Захар, куда ты побежал? Вон он! Победите! Все, молодцы! Отдохнули! Водички, вон. Кто хочет водички? Все, Мир, давайте шанзируем! Шека, подходим! Да, шанзируем! Подходим. На линию. Заниматься. Смотрим на меня. Стоим на месте. Ничего не делаем, только касаемся мяча. Робот этот на месте. Еще раз. Смотрим. Внимательно. Правая ручка, левая ножка. Без продвижения. Смотрим. На меня смотрим. Нет. Смотрим, Жека. Не надо писать. Спокойно. Еще раз. Раз. Два. На месте касаемся мяча. На месте. Пошли. Шагай. Давай. Нет, не надо прыгать. Не прыгаем. Просто. Нет. А руки. А руки. Шага. Нет. Раз. Два. Нет. Три. А ну давай. Раз, да. Теперь. Да. Да. Свои одновременно. Да. Вот смотри. Да. Раз у меня одновременно. Рука, нога. Все одновременно идет. Нет. Раз. Другая ручка. Ручка другая. Рука. Подойди. Правильно. Да. Да. Да, Игна. Да, о, правильно. Наладил Игна. Да. Молодец. А руки, молодец, руки, думаю. Руки работают. Правильно. Руки внимательно. Правильно. Правильно. Раз. А быстрее у кого получается? Правильно. Чуть быстрее. Шагаем. Захар, разве роботу вот так руки? Вот, 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 вот. Не в кулаки. Правильно, правильно, правильно. Руки, руки работают. Да, нет, не надо напрыгивать. О, Миха, правильно. Не чувствуешь. Правильно, да. Хорошо, молодцы. Молодцы. Думайте, старайтесь. Смотрим внимательно. Это очень простое упражнение, но тебя, на себя и коснуться мяча. Правильно. Захар, ну показывает. Спокойно. И левую ножку подключай. Другую ножку. На себя ты коснись, да. Нет. Ну на себя просто, как и правой. На себя коснулся. На себя коснулся. На себя коснулся. На месте, на месте. Раз, коснулся, да, правильно, правильно, сядь, спокойно, Захар, стоишь на месте и просто, на себя вот, да. На себя и не в сторону, да, правильно. Да, правильно, Захар, давай, раз, покатил, да, правильно, а теперь левой на себя покати, левой, правой косни. Раз, и коснулся, вот. Давай, давай. Да, правильно. Да, давай. Да, не пожалуйста.
Молодец, правильно, вот. Давай про контрольный тренировки. Вадик, про контрольный тренировки. Сейчас ведем мяч. Замах на ступень. Замах на ступень. Сюда и обратно пошли. Да. Замах на ступень. Да. Двигай. Дальше двигай. Не надо. Дальше замах. Да. Двигай, двигай. Замах. Мяч стоит, на корвина двигай, на корвина не спорь. Вот, 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 назад, куда вы? Давай, Мирон, Тима, Саня и Давид, четверка у вас будет. Вы будете играть против Вадима, против тройки, вот на этой половине, ребят. Вот это ваше поле. Дальше идем. Тройка, вот, смотрите, кто вас. Егор, Егор, давай. Не-не, давай. Выигрывать, передачу отдавать. А можно я буду капитаном? А что, это важно? Важно. Я буду капитаном. Смотрите, у вас численное преимущество, поэтому вы их должны обыграть. Все, отошли на эту половину. Сюда, что ты толкаешь? Зеленый, сюда. Сюда подошли.
Я туда забил. Молодец. Лучше бы ты в эти ворота забил. Вадик, слушайте внимательно. Вас на одного меньше. А поэтому вам придется... А я что? Ну чего я? Ты что? Ну ничего. Там Давид, и мы его разыграем. Мы сейчас посмотрим. Игра покажет, как вы разыграть. Не бойтесь играть. Я не боюсь. Вадик, голову, Вася, голову поднимать, смотреть. Обманывать еще. Вот так, например, удар и потом подкат. Какой подкат? Нам подкат-то не нужен. Ой, боже. Обыграть, да.